приятно находиться в движении Духа Святого. Столько раз было здесь уже... Сейчас, подождите, русский вспомню. Много раз говорила здесь за разные страны. Толком много пэцей говорила тук за различные държави. И в начале собрания... В началото на собранието... Было предложение, что нужно изучать языки. Имало е предложение да изучаваме езици. Советую начать прямо сейчас. Съветвам да започнем сега. Да започнем сега. С простого слова. От простото слово. Я. Аз. Давайте все скажем «я». Всички да кажем «аз». Так говорят русские, украинцы, правильно? Така говорят руснаци, украинцы. Болгары, верно? Как говорят? Болгари как говорят? Аз. Правильно. Как говорят американцы, как англичане? Как говорят американцы? Плохо слышно. I'm okay. Так, как говорят армяне? Как говорят армяне? Yes. Yes. Видите? А вы знаете, как на иврите будет «я»? Знаете ли, как на иврите «аз»? Они. Они? А вы знаете, как на грузинском будет «я»? Знаете ли, как на грузинском «ще я»? Ще аз. Ме. Ме. Скажите громче. Скажите по-високо. Еще раз. Още веднъж. Правильно, сегодня моя проповедь «Добрый пастор и овцы». Днес темата на проповед е «Добрия пастор и добрите овце». Итак, я никого не обижаю, надеюсь. Никого не обиждам тук. Ну... Когда начинаю читать послание, да Иоанна, послание на Иоанн, Иоанна 10 глава. На Иоанн 10 глава. С первого стиха читаю. Вот первый стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индия, тот вор и разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, овцы слушаются голоса его, и он зовет своих, овец по имени, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ним, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Как меня уже представили, я долгое время жил в Грузии. Как-то сами представили, я с долгое время сам живял в Грузии. Я видел пастухов. Видел сам... С некоторыми общался. Овчари. С некой сам сообщивал. И я никогда не видел, чтобы пастух шел впереди. Никой не сам видел, овчар да идвал, да ворви отпред. Я знаю, что в Библии все правильно. А знам, че в Библията всичко е вярно, няма грешки. Но здесь написано, что я иду впереди, а овцы за мною. Че аз вървя отпред, а овцете са зад мен. Но я встретил один из пастуха. Но аз срещнах веднъж овчар. За которым шли овцы. След когото са вървели овцы. И я тогда как бы этот... Да, удивился и спросил, говорю. Я с тогава бях изненаден и попитах. Почему так это происходит? За что така се случва? Он мне объяснил, что почти каждую эту овечку он присутствовал при родах. Че вся, присутствовал на всякое рождение, на всякая одна овца. Каждой овечке он чем-то помог. На всякую овца и помогнал с нечто. И она его знает. И тя го познава. Ведь все, что у нас представление об пастухах, всички знания, които имаме за овчари. Да. Чабаны, да. Вот. Но я все время видел, что там они овец гонят, большое целое море овец, и сзади идет пастух с палкой такой, мощной. Винаги сам виждал, че върви море от овце, и след него върви овчаря по бокам, с пръчка. Волкодавы такие большие. От страни са кучета. Потому что это наемник. Да что това е наемен овчар. В деревне, если, допустим, у меня есть 10 овец. В селото, ако имам 10 овце. У Геннадия 10 овец. Геннадий има 10 овце. Но у нас работа, и мы не можем пойти. Мы возьмем кого-нибудь другого.
Но не, ако заплатим имаме работа, ему, не трябва да поканим някой друг, ще му платим, наших овец и той ще води на овцете паству. Ни на пастбище. Да. Пастбище. Наемный пастух, он лишь только посчитает, наемный лишь бы овчар, там само ще ги прибруи овцете, не пропало бы. Само да не избягат овцете. Но он не добрый пастор. Но той не е добър пастор. Когда вот видели, может быть, картину пастуха. Ако сте виждали картина на овчар, Да. У него должна быть или папаха такая. Той трябва да има голяма шапка. Или же из овцы бурка. Или дрешка от овце. Да. Именно от овцы. Именно от овце. Дело в том, что когда ходят пастухи в горы, там очень много ядовитых змей. Важно то, что когда овчарите ходят в гората, там има много отровни змеи. И знаете как? Ни одна ядовитая змея не появляется близко, где есть запах овцы. Никакая отровная змея не се доближава до, ако усети миризмата на овце. Знаете, оказывается, в прерии ковбойцы делали волос от овцы в лассо. И когда ночевали, они делали вокруг себя круг возле костра, чтобы змея не перелезла. Преди ковбойте са правили нещо като въжета с от овце и когато са лягали да спят, са правили кръг около себе си, за да не ги доближават змиите през нощта. У змии на генетическом уровне записано о том, что где овца, там нельзя лазить. Там е записано, че там където е овца, не трябва да се доближава. Когда я начинал нашу проповедь? Когато съм започнал нашата проповед? Я сказал, что моя проповедь добрый пастор и овцы. Казах, че моята проповед е добрия овчар и овцете. Итак, немножко я поговорю о добром пастыре и о наемнике. Малко ще поговоря за добрия овчар и за наемен овчар. Итак, добрый пастырь – это тот, который ухаживает за овечкой. Добрия овчар е този, който се грижи за овцете. А как за ней ухаживать? Что это? А как да се грижим за овцете? Педикюр, да, маникюр? Да срисваме педикюр, маникюр. Когда овца кушает травку, когато овцата се храни, там есть всякие мошки. В тревата има различни насекоми. И некоторые мошки могут залезть в нос. И някои насекоми могат да влязат в носа. Сначала овца делает вот такие движения. Сначала овцата прави такива движения. Обратите на меня внимание. Погледнете внимательно. Потом она из-за боли начинает головой биться об землю. Тя от болката започва да се бие с главата на земята. Добрый пастор сразу заметит это. Добрия овчар веднага ще го забележи това. Угадайте, что он может сделать. И познайте какво той може да направи. Он берет капельку оливкового масла. Той взема капка от зехтин. И капает ей в нос. И слага тази капка в носа. И насекомые выходят сами. Насекомите излизат сами. Если это не сделать, ако не го направиш, овца умирает. Овцата ще умре. Наемник сразу же обращает внимание на таких, которые бьются головой. Наемният овчар веднага забелязва такива овце, които се бият с главата. Он о ней не думает о том, чтобы она выжила. Той не се замисля за нея, че тя да живее. Так как они уходят на несколько месяцев в горы. Защото те заминават за няколко месеца. То им надо же чем-то питаться. И тя трябва да се храни с нещо. Он видит в ней прекрасную хашламу. Той вижда в нея прекрасна възможност за храна. Хашлама. Покушай, да. Ну а вот теперь мы немножко разобрались с этим. Сега вече разбрахме за какво става вопрос. Сейчас я постараюсь чуть-чуть по-быстренькому идти по своей проповеди. Ще се питам по-бързичко да премина моята проповед. Бывает так, что холодные времена. Случва се така, че има студени времена. И когда овцы замерзают, и когато на овцете им е студено, они друг к другу прилипают. А те стоят една до друга. Знаете, овца вроде бы тупая, ну как-то в нашем представлении. Знаете, овцете са глупови. Но у них есть рефлексы. Но те имат рефлексы. Которые в середину круга
маленькие ягнята, которые недавно вышли. В средата на кръга на стоят малките овце, които тъмън са се родили. Потом эти мамочки овцы. После са майките отстрани. И потом уже бараны. И вече са... Это круг спасения. Круг спасения. Това е кръга на спасение. И представьте теперь, что наемник и представете сега наемният овчар увидел, что они сами создали круг видял, спасения. Те сами са създали кръга на спасение. Он идет и отдыхает. И той отива да си почини. Как это звучит в Слове Божьем, я вам сейчас прочитаю. Това, как звучи в Божието Слово, сега ще ви... Иоанна, та же 10 глава. На Иоанн 10 глава. 13 стих. От 13 стих. Наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Слово не родит, я не знаю. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Тот, который, наверное, не беспокоится, не волнуется, не переживает. Он ложится спать. Той не се грижи, той просто отива да си спи. И знаете, на многих праздниках в Иерусалиме... И знаете, на много празднице в Иерусалим... Читаются такие слова... Се читат такива думи... Из 120-го псалма... От 120-и псалом... «Ине лон янум вело ищан шомер Израиль, не спит и не дремнет хранящий Израиля». Не спи и не спи този, който храни Израил. Теперь представьте, что Господь не спит. Представите, че Господь не спи. Мы немножко разобрались с вами с овцами, то есть с пастырями. Немалко разбрахме за овчарите. Теперь давайте поговорим об овцах более подробнее. Сегато поговорим за овцете малко по-подробно. Второе послание Коринфянам. Второе послание към Коринтяни. Второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Вторая глава, 15 стиха. 15 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть. Вспоминайте, где овца, там нет змеи. А для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Когда читаю эти слова внимательно, я вспоминаю про притчу о потерянной овце. Иисус в послании в Евангелии от Луки рассказывает Иисус эту притчу. От Луки рассказывает тази притча. Представьте, что 100 овец и одна потерялась. Представьте, че со 100 овцете и одната се изгубила. Ну и хай с ней, там потерялась, потерялась, да, но нет. Изгубила се и изгубила. Добрый пастор идет, ищет ее. Добрый овчар ще отиде, ще я търси. Я видел много разных картин, которые показывают эту иллюстрацию. Виждал съм много картини, които показват това изображение. Где-то над пропастью, в колючках, и вот он ее вытаскивает. В пропаста, и той я изкарвал там. И овца запоминает это. И овцата го запомня това. Никогда не надо забывать то, что сделал для тебя Господь. Никога не трябва да забравиш това, което Господ е направил за теб. Когда сейчас, знаете, меня хорошо представил, я из Грузии, может, плохо буду выражаться, но давайте подумаем, как овца. Дайте да си помислим като овце. Как брат говорил, надо ходить казал, как царь, кушать как царь, да? Трябва да вървиш като цар, да се храниш като цар. Давайте подумаем, как овца. Дайте да мислим като овце. Царствен овца. Цар Израиля Давид. Цар на Израил Давид. В 22-м псалме пишет. В 22-й псалом пише. Господь пастырь мой. Господь е моя овчар. Другими словами, я его овца. С други думи, аз съм неговата овца. Овечка, хорошо так, более как-то не обидно звучит. Я ни в чем не буду нуждаться. Аз от нищо няма да имам нужда. Господи, поднимите руку, кто тут ни в чем не нуждается. Вдигнете ръце тези, да, които я вижу нямат нужда рук, в конечно же. Значит, что-то у нас есть, то, что нам нужно, правильно? Имаме нужди.
Знаете, как-то на просторах интернета были такие слова, говорит, в интернет намерих когда я просил думи, у Бога что-то, то, что би, я хочу, Господ за нечто, кое-то сам искал, Бог мне это не дал. Бог не мигу я давал. Бог дает то, что тебе необходимо. Бог дава това, от което имаш необходимость. Когда читаем этот 22-й псалом, когато читаем 22-й псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь, мой пастор. Он водит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Давид, где ты жил? Какие злачные пажити? Израиль? Злачные пажити только на севере. Везде пустыня. На всякой пустыня. Ведешь меня к водам тихим. Ведеми к тихите води. Кто были в Израиле, там знают, воды там раз-два, я обчелся, самая дорогая это вода. В Израиле вода это няма много там. Но он чувствует себя овцой и знает, что Господь его поведет к водам тихим. Но той усеща себе си като овца и той знает, что Господь ще го доведе до тихите води. Что за воды тихие? Какви са тези тихите води? Истина, которая нам передается через слово. Истина, която получаваме чрез словото. Это одно из определений. Това е едното от определения. У Еремии в 2 главе 13 стихе. У Еремия 12 глава 3. 2 глава 12 стих. 13 стих. В 13 стихе написано, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Здесь все верующие. Всички тук са вярващи. Когда я поприветствовал, я сказал шалом, возлюбленная церковь. Когато аз излязох, аз ви поздравих, шалом, любимата църква. Но я хочу сейчас немножко затронуть такую струнку. Но сега искам да погледнем един момент. Что за такое народ меня оставил, источник воды живой, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды? Какво всъщност означават тези думи? Итак, источник воды живой, мы поняли, Слово Божие, така, Господь, все, что связано с Богом. Разбитые вода водоемы, Словото Божие, разбитые водоемы, пукнутые водоемы. Я трону одну из моих мыслей. Само это кажет, одна моя грех. Мысль, това е грех. Грех. Давайте просто подумаем. Дайте да се замислим. Я не скажу, что тут все убийцы, пьяницы, блудницы, няма да все кажеш, такое. Няма да кажеш, че всички тук са убийцы, пьяницы, но блудницы и други. Но если человек хоть что-то попробовал в своей жизни, но то, что нельзя было, в свой живот това, което не трябвало да опитва, он согласится, что то любое, се съгласи, че всякакво, то, что мы делали с похотью, с таким всичко, желанием, сме правили с желание, с поход, оно очень быстро прошло. То бързо е заминуло. Дает временное, минутное мгновение, да, временно, минутно мгновение счастья, и все. На счастье. И потом и оно това е всичко. Не может держаться, как здесь написано. И после няма да се высекли задържи. Себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Както пише тук, издълбали пукнати водоеми, които не държат вода. Ты не будешь счастливым. Ти няма да си счастлив. Когда же ты пребываешь в воде, когато ти си в водата, ты имеешь жизнь. Ти имаш живот. Если для меня Слово Божие – вода, ако за мен Словото Божие е вода, хлеб, хляб, свет, как свят, часто я к нему обращаюсь? Колко често се обръщам към него? Как часто я пью эту воду, колко често пия тази кушаю вода, этот хлебушек, свечу себе този по жизни. И ведь светя с светлината му. Ведь я нахожу себе много разных оправданий. Намирам си много оправдания. Что у меня нету времени. Че не нам... вот че сейчас няма тоже за у меня това. Ровно час, но у меня осталось еще две минуты, если можно. Даже сега. Да. Когда же в Иоанне, 7 главе,
В Йоан 7 глава пише. Седьмая глава, 37 стих. Седьмая глава, 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И вот эти источники, оказывается, Иешуа, он есть источник воды живой. Прихожу к нему, я ни в чем не буду нуждаться. Бог даст мне все необходимое. Той ще ми даде всичко необходимо. Читаю дальше. Читаем по-нататък. Сие сказал он на духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А о чем тут было сказано? За какво се говори тук? О Духе Святом. За Святия Дух. Дух Святой тот, который его прославит. Святия Дух, който ще го прослави. Осталось 18 дней до великого праздника Шавуота. Останали са 18 дней до великия праздник Шалот. До разрушения храма. Сейчас бы стояли в храме 38 снопов. Сега в храма, ако не бил разрушен, снопов пшеницы, которые подсказывали, что осталось еще немножко. И когда будет принесен 50-й сноп, будет объявлен великий праздник. И тогава ще се обяви. Он будет длиться всего один день. То есть но это само. Праздник подарка. Но този праздник е на подаръците. Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. Но за това ще поговорим в другия път. Слава Богу. Слава на Бога. Спасибо.